Добрый день всем! Сегодня приготовлю самое экономное, такое бюджетное блюдо. Оно очень простое, но очень-очень вкусное. Что нам понадобится? Нам понадобятся макароны из гречневой муки 400 грамм. Нам понадобится головка лука, две морковки, и пачка шампиньонов. Все мы моем. Сейчас мы должны порезать лук. И сначала мы режем, а потом все будем зажаривать. Режем на такие мелкие квадратики. Вот, мы порезали лук. Сейчас мы все это сложим в тарелочку. И сейчас будем резать грибы. Вот. Сейчас мы будем резать грибы. Грибы будем резать Буду резать крупно. Так. Ну, наверное, вот так вот будем резать. Так, буду резать на 4 части. Но если большой гриб, тогда буду резать вот так вот. Складываем все в тарелочку. Грибы мы порезали. И сейчас будем тереть на терке морковку. Мы все подготовили, и сейчас мы будем ставить варить макароны, будем жарить лук. Нет, сначала мы поджарим морковку, потом лук, а потом... Жарим морковку и варим макароны. И сейчас буду жарить лук, и с луком хорошо буду жарить грибы. Вот я взяла такую большую сковородку, потому что я все в ней буду мешать. Вот мое любимое кокосовое масло. Просто обожаю его. И это не реклама, но оно действительно очень хорошее. И я лучше его предпочитаю, чем подсолнечное или оливковое. Лук выложили на сковородку. И будем жарить на большом огне до золотистого цвета. Вот такие у нас макароны. Это макароны с гречневой муки. И они такие вот коричневые. Не пугайтесь, они очень диетические и полезные. Засыпала грибы, и сейчас я буду жарить лук. Кинули морковку, все перемешиваем и тушим. Выкладываю в большую сковородку макароны, и мы все хорошо-хорошо перемешиваем.
Вот такое блюдо у меня получилось. Макароны из гречневой муки с грибами, с луком и с морковкой. Очень вкусное и низкокалорийное блюдо. И оно всегда выручает не только при диете, даже когда у вас очень туго с деньгами. Попробуйте, очень-очень вкусно. А на этом все. До скорой встречи в следующем видео.